професію та хобі визначила хвороба. 12-річна Юлія була вимушена відмовитись від улюблених занять, які вимагали серйозної фізичної підготовки через проблеми зі здоров'ям. Проте неприємний випадок став доленосним. Дівчина вирішила займатися акторською майстерністю і зрозуміла – театр – її покликання. Про життєві та театральні ролі Юлія Пахаян розповіла у своїй простій історії. Вообще, я была очень активным ребенком, мне нужно было знать все. Я занималась везде. То есть все, что можно было, все было у меня. Это были танцы. Самое первое – это были танцы. То есть 5 лет я занималась в коллективе, я танцевала, современными танцами занималась. Я занималась плаванием, я занималась вокалом, я играла на фортепиано даже 2 года. Пешеходным туризмом занимались мы. То есть мне нужно было узнать все. Я мечтала играть на барабанах. Это вот единственное, наверное, то, что я хотела, но как-то оно не получалось, потому что нужна была барабанная установка. Ну, в общем, как-то эта мечта прошла. На скрипке я мечтала играть. То есть я хотела все. И получается, что родители мне никогда в этом не препятствовали. Они мне всегда: да, хочешь, иди пробуй, хочешь, давай, все. То есть я могла заниматься всем. В 5 классе, это вот до 5 класса у меня продолжалось, в 5 классе я заболела, у меня получается, я 2 года по больницам, у меня была температура постоянная, у меня болезнь почек была. И получается, что я практически даже в школу не ходила, я очень много пропустила предметов, и получается, что вся моя деятельность, она прекратилась полностью. То есть 2 года я была дома, я вот с моим вот этим «я хочу все», я сидела дома и скучала. Я же мама, мама, чем заняться, чем себя занять, а мне физическая нагрузка нельзя было. То есть мне тяжелым чем-то нельзя заниматься, танцевать нельзя, прыгать нельзя, бегать нельзя, на роликах даже кататься нельзя. И мама как-то приходит, говорит: «Юля, а я там увидела театральная студия, при театре есть, хочешь попробовать?» Я: «А что там делать нужно?» Она говорит: «Ну, не знаю, у нас в семье нет актеров, у меня мама, ну, в детстве танцами занималась, папа танцами занимался, но это было в детстве, ну, профессионально никто этим не занимается». И я же спрашиваю: «Мама, что это, как это?» «Ну, мы ходили в театр, я знаю, а что значит заниматься в театре, что там нужно делать?» «Ну, сходи, узнай». Вот это был где-то класс 7, я пошла в студию и осталась там. Больше я нигде не занималась. Все остальное у меня было связано с театром. Там можно совмещать все. Ну, то есть это там и вокал, и танцы, и все. И я могла реализовать себя, вот эту всю свою энергию выплеснуть именно там. Вот там я влюбилась в театр, и так у меня родилась мечта еще там в классе в 7 поступать в театральное и осваивать профессию. Вот. Мне казалось, что это так просто. Это классно, это так просто, ты там выходишь на сцену, ты там красивая, в каком платье, макияж, аплодисменты, премьер. Мне казалось, что это так. Мне никто не объяснил, насколько это сложно, насколько это может быть тяжело, ну, там, для человека. Единственное, что меня пугало, это то, что нужно было учить много текста. Я до сих пор не понимаю, как я его учу. Как у меня это получается, для меня до сих пор самое страшное – работа с текстом. Ну, как-то вот так получается. Я не могу вспомнить ни одного момента, где мне сказали: «Юля, нет, там, остановись, подумай». Я сказала: «Я хочу, вот я хочу туда-туда, я сделаю для этого то-то». Всегда была поддержка со стороны папы, со стороны мамы и семьи. Ну, бабушки, это же понятно, как всегда: «Ой, наша актриса, артистка». У них вот это всегда такое было. Но родители поддерживали тоже. Сейчас мне тоже очень повезло в плане поддержки. У меня парень, он у меня тоже актер. Мы с ним вместе одногруппники, мы учимся на одном курсе. Мы вместе можем час ночи что-то репетировать, можем вместе там сходить с ума, можем вместе ненавидеть друг друга. Ну, у нас так... Мне в этом плане вообще в семье очень повезло. У меня поддержка всецело с детства и до сейчас. Люблю театр.
как говорят, в театре не работают, в театре служат. Я служу театру уже 7 лет, он дал мне все. Какой человек я сейчас есть, это все благодаря театру. То есть театр каждый день открывает меня, дает мне какую-то силу, дает мне какую-то смелость. И это для меня все. Это для меня жизнь, это мое творчество, это мои проблемы. Потому что очень часто каждая роль, она дается сложно. Потому что начинается, да, период работы. Ты работаешь, да, вдохновляешься, режиссер тебя вдохновляет, ты кажется, все получится, это моя роль, это вообще такого еще не было, так интересно, но у меня каждая роль, это вот наступает такой момент, я прихожу домой, я бездарность. У меня ничего не получится, я просто начинаю себя смеяться, начинаю себе там что-то доказывать, я начинаю искать какие-то проблемы, там у меня не такой голос, у меня маленький рост, я вообще не подхожу для этого. У меня там писклявый голос, мне нужно над собой работать. У меня постоянно какая-то борьба происходит. И вот мне кажется, благодаря этой борьбе я есть тем человеком, который есть сейчас. И за это спасибо театру. Я Юлия Пахаян, и это моя простая история.